Стихотворение о нашем великом лидере Владимире Владимировиче Путине. Он с народом, а значит с Богом, в единении всех сердец, поднимается над тревогой, терроризму будет конец. И коррупции будет крышка, слишком много жрут упыри, свиноматки и свинолюдишки, и их к ответу власть притулит. Вот посмотрите, суть России, богоизбранная стезя, вот увидите, Путин в силе, по-другому идти нельзя. Ну, такое небольшое стихотворение. А ты ему не посылал, нет? Его секретарь знает об этом стихотворении. Да.